обстоятельств, представленные органы следствия и исследованные судебным заседанием материалы, по мнению суда, не дают достаточных оснований для бесспорного вывода о наличии фактов нарушения обвиняемой Черновой, избранной ей судом мер пресечения в виде домашнего ареста. Таким образом, предусмотрено частью 1 статьи 110 УПК Российской Федерации оснований для изменения ранее избранной Черновой мер пресечения на более строгих судебных заседаний не установлено. Учитывая изложенное, ходатайство следствия об изменении Черновой меры пресечения с домашнего ареста на заключение по стражу суд находит необоснованно и в его удовлетворении отказывает. На основании изложенной руководства статьи 107 УПК Российской Федерации постановили в удовлетворении ходатайства следствия по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области Колосовой об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение по стражу обвиняемой Черновой Галине Ивановне 17 декабря 1971 года рождения отказать. Настоящее постановление может быть